Парламент Украины признал неудовлетворительной работу правительства Арсения Яценюка. Но отправить в отставку премьера, как на том настаивал Порошенко, у Рады не получилось. Очередное обострение позади, но противостояние не закончено. Члены блока Петра Порошенко продолжают высказывать уверенность в скорой отставке Яценюка, предлагают новые варианты смены правительства. За что продолжается борьба, у кого больше шансов на победу премьера или президента и чем все закончится, своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. Порошенко и его команда использовали вот эту ситуацию для того, чтобы ослабить позиции Яценюка. То есть теперь Яценюк, по их задумке, является более договороспособным. Сейчас на него еще более усилится прессинг с тем, чтобы он заменил ненужных министров на тех, кого ему скажут. И Порошенко, и те олигархи, которые с ним связаны, надеются, что благодаря вот этому финту некоторые организационные вопросы на ближайшее время с Яценюком можно будет решать. Любая борьба на Украине сводится к борьбе за распил кормушек, бюджетов и, конечно же, финансовой помощи от МВФ. Именно желанием выбить очередной транш у МВФ продиктованы очередные обострения на Донбассе. Намек Западу, чтобы не забывали о вездесущей и ужасной русской угрозе, как они представляют это Западу. По словам эксперта, у Порошенко больше шансов влиять на экономику страны, несмотря на то, что экономический блок правительства в руках Яценюка. Яценюк ведает экономическим блоком. Понятное дело, что он в значительной степени влияет на экономический блок. Но мы видим, что в результате этой грызни, этой войны, позиции Яценюка резко ослабли. И Порошенко, конечно, воспользуется этим с тем, чтобы получить гораздо большее управление, гораздо большее влияние на все процессы, в первую очередь на процессы перераспределения финансовых потоков. Владимир Корнилов уверен, Яценюка уже подбили, за ним уже охотятся, но тот все равно огрызается и пытается отбиться. Конечно, основная борьба впереди, но итог маячит где-то на горизонте. Борьба не закончена, вот на самом деле вся основная борьба еще впереди. Значительная часть людей, близких Порошенко, конечно же, на этом не остановится. В конечном итоге я, конечно, не сомневаюсь, что Яценюк будет убран со своего поста. Во всяком случае, сейчас активно против него ополчились значительные силы, в том числе многие олигархи на Украине. Но у него есть и поддержка со стороны некоторых олигархов. То есть, да, я думаю, что Яценюка сделали уже фактически сбитым летчиком, его позиция ослаблена. Но он истекает кровью, можно так сказать. Но, видите, пытается огрызаться. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».